В рамках всероссийской акции «Сад памяти» в областном центре на территории 13-й гимназии высадили саженцы берез и рябин. В этом году гимназии юбилей. Школа основана в 1965 году, поэтому саженцев 65. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие волонтеры Победы, сотрудники регионального департамента лесного хозяйства, учителя и ученики гимназии, а также работники авиалесоохраны. Исполняющий обязанности руководителя регионального департамента лесного хозяйства Владимир Харламов уточнил, что на территории бывших союзных республик и стран дальнего зарубежья планируется высадить 27 миллионов деревьев в честь о погибших 27 миллионах советских граждан. Они отдали свои жизни в боях, умерли от ран в госпиталях, плену и оккупациях. Каждое дерево – символ памяти и благодарности. Молодые деревца расположили вдоль забора школы.